Новости из-за колючей проволоки. Тагильская колония обнародовала необычную статистику. Там подсчитали, сколько осужденных жалуются на боль в зубах. Оказалось, за год на прием к местному стоматологу попадает 3000 пациентов. И это цифра сегодняшнего дня. Кариесы и пульпиты в колонии лечат современным оборудованием. В кабинете имеется все, что нужно. Во время приема врач остается с пациентом наедине. Конвоиры ожидают за дверью. За красотой улыбки в исправительном учреждении следит Петр Нежданов. В прошлом военный врач. Он заключенных не боится и умеет найти подход к каждому, признаются пациенты. Мол, заговаривает зубы так, что даже боли не чувствуешь. За десятки лет работы в колонии через его кабинет прошли больше 100 000 человек.